А, надо было еще первую, да. Я тут был взрыв. Давайте первую тогда сделаем с первой. Первая, вторая, первая. Короче, вот такая система. Первая. Так, ждем. Дуда плей. Всем привет, ребятки! Вы на канале Дуда Плей. Мы продолжаем играть в игру On Level 3. Ну что ж, у нас здесь задача такая — собирать ключики. А будь осторожен и быстр. Так, хорошо. Так, а ну-ка сейчас посмотрим, какое тут, что тут такое. Так, будь осторожен и быстр. А почему быстр? А почему осторожен? Так, ладно. Вроде бы все как обычно. А зачем нам осторожничать и быстро? Нифига! Офигеть! Теперь понятно. И оно прям летит, прям знаешь куда. Прям до максимума. Смотри. Ага. Нет, подожди, а ну-ка, а если я не буду прыгать? Плохо, что он не может приседать. Слушай. А я тогда разве тоже, что ли, тот самый подпрыгивал? Давай не будем подпрыгивать, посмотрим. Ага. Нет, все-таки ударяет. Ударяет все-таки меня. Ладно. Сделаем по-другому. Ага, тихо. Ага, он теперь будет постоянно так делать, да? Блин. А, тихо. Ох ты, получилось, ребята. Ой, замечательно. Я думал уже, что этот уровень будет очень тяжелый, но нет. Плющит. О, ребята, плющит. Меня плющит. Нифига. Конкретно причем плющит. Я не знаю, что будет, когда вообще сильно заплющит. Ой. Сейчас мы, наверное, это и узнаем. Что будет, когда полностью заплющит. А может быть, мы успеем. А может быть и нет. Так, давайте. Давай, быстрее. Меня плющит уже конкретно. А, нет. Фух, нифига себе. Вот это уровень. Плющит. А, палочки. Ребята, следующий уровень называется палочки. А, это, в принципе, несложно. Нужно отодвигать вот эти палочки. Опа, успел. Нормально успел я. Перепрыгнуть. Тихо, нифига. Она сама так взялась. Да не я уже. Так, проще простого. Ну, если проще простого, то это просто классический. А подожди, а где замок? Я что-то не понял. Не знаю, что-то я не понял, замка нету. Вот так делаешь, что ли? Так, ну нормально. Тогда это проще простого, это действительно. Да, ну все, мы уже практически открыли. Можно уходить отсюда, наконец-то. Побег Стикмана из тюрьмы. Посадить дерево написано, ребята. Так, ну дерево есть. Давайте мы его сюда отодвинем. А как? И что дальше? Давай даже можно поближе. А как мне эту самую... Ага! Ребята, вот эта канитель двигается? А нет, не двигается. Надо просто на нее прыгнуть. Еще раз. А, ну здесь, в принципе, нормально. Так, вот выросло дерево у нас. Я надеюсь, в том месте, в котором нужно, чтобы оно выросло. Ага. Так, вроде бы в этом. Все нормально. Вот такое дерево мы с вами посадили, ребятушки. И возвращаемся в следующий уровень. 67 уровень, ребята, у нас. Сбой системы. Интересно, что здесь будет. Сбой системы. Так, вроде бы все нормально. Ну. Вроде бы нормально. Почему сбой системы? Либо что-то сейчас произойдет. Вот это нужно отодвигать просто. Ну ладно. В принципе, не сложно. Давай. Все, в следующем уровне. Как называется уровень, непонятно. Эта штука двигается, да? Так, это. Давайте попробуем. Ага, ну в принципе несложно.
Так, теперь надо аккуратненько возвращаться. Все, ребятушки, этот уровень мы с вами закончили. 69 уровень, сбой. Ух ты. Тихо. Ого, подожди, в смысле? Что-то я не понял. А что такие прыжки у меня огромные? Ага. Так, быстренько прошли. А, в смысле я сдох? Угу. Ладно. Все. А интересно, как мне сюда запрыгнуть, если... А, все понял. Все, он просто очень сильно прыгает. Надо аккуратно, аккуратно здесь, ребята, быть. Ага, теперь надо этот самый ключик забрать. Опа, забрали. Ой, хорошо. Фух. Не умер я. Так, пробегаем быстренько, быстренько, быстренько. Все, убегаем от с этой страшной... С этого страшного уровня. Попробуй включи. Так, а что значит? Попробуй включи. Тут ничего... А, вот, смотри. Пожалуйста. Ну, это было интересно очень, да. Оно, видишь, ребята, нужно еще смотреть, потому что оно все может еще вот так вот делаться. Это не шатается, вот это вот двигается. Все, идем дальше. Опять плющит. О, плющит, ребята, но уже в другую сторону. Надо быстренько-быстренько здесь что-то сделать. Опять плющит. Ну, хорошо, что здесь... А! Блин! Не успела прыгнуть. Смотри, как лифт стал медленно, да, подниматься. Ах, нифига! Так, почему? Я сейчас дойду до того момента, что меня сейчас там заплющит. Тихо-тихо-тихо-тихо. Все, отходим. Успею, я не успею. А, ребята, я не успел в этот самый... Убежать. Все. Заплющила конкретно. Поэтому... Надо все делать очень быстро. С первого раза желательно. С первого раза. Все. А то мы не сможем пробежать, места не хватит. Все, теперь успели. Так, а вот у нас и босс, ребятушки. Давайте посмотрим, что с этим боссом делать. Так, вылетели какие-то коробки. Так, это у нас стреляет, да? Ух ты, 100 килограмм, нормально. Ждем еще коробки. Так. А-а-а! Там была бомбочка, ребятушки. Так, ладно. Значит, я запомнил. Первая коробка у нас. Здесь будет 100 килограмм. Так, вторую коробку нельзя брать. О, первую коробку. То есть, давай пробуем вторую. Да, вторая. И, наверное, будет третья. Третья коробка. Здесь подождем. Да, и в третьей коробке еще 100 килограмм. А, нифига. Взрыв был. Ага, значит, ладно. Сразу первая, потом вторая коробка. Первая. Затем вторая коробка. А интересно, если стоять, коробка убьет или нет? Нет, коробка не убивает. Теперь либо первая, либо вторая. Ну, давай вторую попробуем. А, надо было еще первую, да. Тут был взрыв. Давайте первую тогда сделаем с первой. Первая, вторая, первая. Короче, вот такая система. Первая. Так, ждем. Теперь вторая. И первая, ребята. Первая коробка. Так вот, и первая коробочка. Все, отлично. А теперь мы в этого чела будем стрелять. А вот это что за кнопочка у него? Интересно. А, эта кнопочка, он этих вызывает, как его, господи. Коробочек. Я допрыгну до него, интересно, или нет? Так, отсюда сейчас. А, я не допрыгиваю. Нет. Ну все, значит, стреляем в него. Тихо-тихо. Все, и он у нас взорвался. Ага, ладно, не будем здесь играться, а то еще что-нибудь меня раздавит где-нибудь что-нибудь. Вот такой был босс. А у нас, ребятушки, 73 уровень, неправильные ящики. Ой-ой-ой, что такое? Что ты будешь делать? И что значит? И что дальше?
Ладно, давайте возьмем ключик. Так, открылись. А как теперь нам пройти? Ага, тут ничего не двигается, интересно. Так, вроде бы ничего не двигается. Неправильный... А-а-а, вот эта штука двигается. Ящики, они с гравитацией. Ага, видишь как? Пюм-пюм. Пюм. Пюм-пюм-пюм. Ладно, все, уходим с 73 уровня. И у нас, ребятушки, 74 уровень, вот ты и попался называется. Но этот уровень мы с вами, ребята, будем проходить в следующем видео. Так что обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, пиши комментарии, а также пиши, передавай привет. И в следующем ролике я тебе передам привет. Всем пока-пока, до новых видео!